Я ее смотрю. Мы сбиваемся. В общем, веселка началась. Все наелись, напились, эндорфины ударили. Борода там дожирает последние макароны. Риггер зажигает. Давай, Славик. Да, я курсы видел, мне страшно стало, если честно, ребят. Хорошо, что я на Алекс с собой привез. У нас тут очень весело. Все едят, пьют, веселятся, гармонь играет. Всем привет! Димка Коков все это снимает. В общем, новая серия тайских каникул. Скоро всем выйдет. Вас тоже с Рождеством, ребят, с Рождеством Христовым. Казахстан, всем привет. И Шанькин тоже командует здесь. Здравствуйте, люди! Длинный сыграет просто для музыки. Здравствуйте, люди, он сказал. Никто не остается, все уже, завтра все сваливают. Завтра выходит серия следующая. Спасибо, ребят. Шпак, вон сзади меня шпак стоит. Розовые шорты стоят сзади меня. Беларусь, всем привет. Да, уже устали. Каждый день столько мероприятий. Сегодня штангу поднимали в воде. Жесть, я 210 присел. Спасибо, ребят, за то, что переживаете за Олимпию. Пятигорск, привет. Хорошо, не буду стоять. Я Тихомирова плохо знаю, поэтому мне про него нечего рассказывать. Спасибо, вам тоже хорошо время провести, где вы не были, в каком бы городе вы не находились. Да, с Рождеством. Бифанцев к нам не приезжал на Юлу, я не знаю, упал, по-моему, с мотоцикла, он поранил руку, но все нормально, уже здоров. А что это за мелодия была из первой части? Все уезжают, да, Миронов лысый поварился, Азербайджан, всем привет. Тернополь тоже привет, Украина, привет, братья. Крайне редко выпиваем, честно. Вот, видите, что в основном тайская кола. Тайская кола и что-то еще. Спасибо, Лена. Хоккей я не умею играть, я даже на коньках плохо стою. Сейчас он закончит эту мелодию, попрошу Терминатора сыграть. Ты скажи, скажи, Калина, как попала я сюда. Ты скажи, скажи, Калина, как попала я сюда. Слав, все очень просят с перископа Терминатора, чтобы ты сыграл. Просто все на удивление. Ребят, по вашим заявкам, Терминатор. Саня, повторишь Терминатора? Терминатор, повторишь? Растворяюсь я в тебе, как в океане море. Сейчас, подожди. Не, не этого Терминатора. Да-да-да. А, все, минута. Риггер красавчик, говорят. Спасибо.
Немножко розового в вашу ленту, чуваки. Красавцы, красавцы. Мальчишки, блин, а? Сегодня на ходу. А я не показывала это в перископе. Привет. Дэнни, если не первый раз, можно в перископе. Ну, то вас поздравляю. У меня три дня назад это случилось. Да, я тоже поздравляю. Ребята, всем привет. Привет. Мои любимые тренера здесь. И Дима, и Ксюша. Все вместе отдыхаем. Ребята, Денчик у нас самый замечательный, прекрасный. Так что все, что там пишут, какие-то комментарии, это, мне кажется, малолетки какие-то, которые вообще не понимают и не знают, что такое спорт. Да, ребят. Вот, Дени, мы тебе желаем удачи. Спасибо. Прям огромная-огромная удача. Будем тебя поддерживать на Олимпе. Спасибо. Спасибо, что вы поддерживаете Дениса. Для него это действительно очень важно. Давайте до конца, вот прям до Олимпии, прям все соберем все свои силы и поддержим нашего самого первого спортсмена из России, который будет выступать на Олимпии в категории Men's Physique. Ребят, я вас очень-очень прошу, пожалуйста, это очень важно для нас, для всех. Спасибо, дорогая. Мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Спасибо, ребят, за хорошие пожелания. Буду стараться показать на Олимпии на все, что я способен. Да, Ригерт поет. Слава Ригерт, зажигает. По русскому жиму, может, когда-нибудь выступлю, но пока я не особо тренирую вообще жим лежа, я делаю раз в две недели. Я максимально на раз вообще никогда в жизни не жал. Вот 160 пожал на 4 сам. Ну, соответственно, сотку пожал на 40. Там. О, у меня в детстве медведь на ухо наступил, потом петь я не умею, даже пытаться не буду. Спасибо за пожелания на Олимпии, ребят. Да, проект реально крутой. Насчет турнира, просто это самая недорогая фирма, вот и все. Есть, конечно, гораздо более лучше, но это просто дешевые. Ну, у меня уже 2.5 года работает, ни разу не ломался. Ребят, пригласите в Омск, приеду к вам на семинар, пока никто не приглашал. Вот Димке сегодня качков подарили. Коллекцию качков. Подшорты побила. Поделиться моим видео на Фейсбуке, делитесь, если нужно. Модель, не помню, Торнео, как это называется. Просто купил, какая была. Какой протеин? Это все на любителя, не знаю. Гидролизат. Моя любимая фирма — это Олимп, безусловно, потому что они мои спонсоры. В аптеке уже был, да, заходил. В Украине бываю, ну, бываю иногда. Вот были сейчас семинары в Киеве и в Харькове. Островит не пробовал, не буду ничего говорить. Махом, привет, ребят. Как называются расширители грифа Клокова? Дим, вопрос. Как называются расширители грифа Клокова? Еще раз. Fat Grips. Они называются Fat Grips. Вот не мои, вот я их использую. Просто он их использует, да. На Украине как русским, не знаю, я приезжал, ко мне нормально относились. Я думаю, что все нормальные люди все понимают. Да. На пляже, наверное, уже завтра не будем, потому что завтра же улетаем, будем собираться.
Моя машина BMW X5. Мэнс Физик возьмет Олимпию, но я думаю, что опять Боинги возьмет, потому что Сади Кадзовик и Джейсон Постон уже не будут выступать на Олимпию. Как сделать талию, уже не потеряв вес? Боюсь, что никак. Если надо снижать талию, значит надо снижать вес в том числе. Нурик, привет, как просил, передаю привет. Да, семинар только в эту субботу. Дим, пишут, что очень ждут твой семинар в эту субботу в Москве. Завтра будет. Послезавтра. Дим. Все, Дима пообещал, что самолеты сразу поедут на землю. Славик с Баяном. Серьезно, да. Я реально там буду. В субботу приедем. В субботу со Славиком будем в базе Тим. 9 утра на 9. Все. Ребята сказали, что они надеются, что будут в 9 утра на базе Тим. Фарму не обсуждаю, ребят. Клечин 126, по-моему, объем. Каникулы заканчиваются, сегодня заключительный день, да, сегодня отдыхаем. Температура 32 днем, 26 где-то вечером, 24. Для того, чтобы выиграть Олимпию, ребят, я даже об этом не думаю. Тестобустер, вот, от Олимп тест Т-90 называется, я его принимаю. Т-90 тестом называется. Слава на гитаре, не знаю, он, то, что он не умеет на баяне играть, на аккордеоне, на гитаре не играет, Слава. Статодинамика, да, но я не особо именно статодинамикой пользуюсь для плеч. Это чуть просто измененные форсированные повторения. Место садика, ну, буду мечтать, буду загадывать желания. Бустеры помогают, ребята, 100%. Зама, даже тот же самый, который все хают, и то он работает. Хорошо, передам Диме привет с Казахстана обязательно. Да, там уже жив. Доллар будет 96, если нефть упадет ниже 37 за баррель. Так нефть уже 33. Она уже 39. 33 нефть уже давно. Нефть бесплатная будет, вообще будем. Нехуй Тагил! Жизнь здесь будет. Три упражнения на спину моих топ-3. Это подтягивание, тяга обратным хватом в штанге в наклоне и тяга сидя одной рукой в хаммере. Для натурала топовые добавки, БЦА, комплексные аминокислоты, протеин, можно комплексный, можно изолят, витамины и омега-3. Тренинг моих плеч, ребят, сейчас вышло видео на канале по бодимании. Там есть моя тренировка плеч, там все рассказано, смотрите. Паспорт и... Сейчас я вот не знаю, будет у него видео. Наверное, будет, он выкладывает видео со своих семинаров. Я сел, он не помогло. Твой глаз не совпадает с Димоновским. Лехе, хорошо. Кто такой Леха, кому я должен передать? Здесь Леха нет у нас. Саня, спасибо тебе большое. Только Сильвестра перескупал. Ну, там... Проект прокачалку, в смысле, видео ты хочешь открыть в Америке канал прокачалку? Там же Боря из Египта туда поехал открывать видео прокачалку, но ничего не получилось, вернулся обратно. Тестобустер, ну, наверное, не вреден, если в разумных количествах принимать. У меня порция углеводов, смотря когда, с ушками в сезоне, диета, все зависит от этого. Тихорецк, родной, всем привет. В день ем, ну, сейчас ем 4-5 раз в день, 5, наверное, на подготовке ем 8-9 раз в день. Видеоблог, он денег не дает вообще, это просто известность какая-то, популярность, наверное, из-за этого. Ну, Дим в данном случае на тестке каникул, это пропаганда тяжелой атлетики, просто Дима развивает тяжелую атлетику, поэтому мы здесь штангу все рвем и толкаем. Д-аспаргиновая кислота, я принимал, но не могу сказать, работает или нет, она помогает выявлять гормон роста. Метапрод, ну хорошо, если не забуду, попробую. Часов в сутки сплю 8, стандартно. Клоков сейчас вышел. Я его сейчас не могу показать. На сушке ем углеводов 100-120 грамм. Тихорецкий буду следующим летом приедом. Для иммунки колю витамин С курсом по неделе, по 2 миллилитра. Узбекистан, всем привет, друзья! Привет, Узбекистан! Да, Клоков красавец, пропагандирует тяжелую атлетику, здоровый образ жизни, спорт в общем. Гуаран, ну да, на сушке использую, когда сил совсем нет перед тренировкой. Девушек показать. Я не пошла со своим ума, пускай гуляют, все девчонки вышли.
Фу. Краснодар родной, вам тоже всем привет. Хорошей вам погоды там. С Пасковки же уехал. Сармс не пробовал. Приехать в Астану я бы хотел, если пригласите, приеду. Насте передам привет, хорошо. Жирот ем 0,7-1 грамм на сушке на килограмм веса, то есть примерно 70-80 грамм. Садика не будет на Олимпии, потому что он пришел в другую категорию, Men's, то есть этот, как его, Classic Physique, он не будет выступать. Пасковский, да все нормальные здесь парни, Пасковский, у него свой взгляд на мир, поэтому... Упражнения для толщины спины я не делю на толщину, на ширину, какие бы ты ни делал упражнения, они будут развивать эту спину во всех плоскостях, но чисто теоретически это тяги, которые горизонтально к твоему, то есть перпендикулярно к твоему корпусу. Поэтому мне нравится очень хорошо тяга штанги в наклоне обратным хватом или прямым хватом. Настеньке передам. Шпак показался совсем другим человеком, не таким, которым я его видел по фотографиям. Нормальный парень со своим взглядом на мир. Илье Лина, хорошо, передам привет Клокову. Бавария, вам тоже привет. Новое видео про тайские каникулы выйдет завтра. Вот мои видео скоро выйдут на канале. Ну, если делать ноги два раза в неделю, ну, зависит от того, насколько ты сильно убьешь. В принципе, восстановиться можно. Мышцам нужно там 48-60 часов для восстановления, поэтому нормально. Ну, английский еще понемножку, немного разговариваю. Я постоянно езжу за границу на соревнования или куда-то на выставки, поэтому пришлось использовать его. Кто орет там? Ригер-то орет, кто же еще может орать у нас? Средина спины, ну, блин, тяжело сказать. Это там, где лопатки больше всего работают. Это вот тяга хорошая узким хватом для середины спины. Можно со мной общаться, но я как бы вот выхожу в перископ, поэтому здесь общаюсь. Как раз для этого я его завел, чтобы с вами общаться. Потому что так просто отвечать ВКонтакте на самом деле времени не всегда хватает. А Подмосковье, вам всем привет, ребят. У вас там, наверное, снегом всех замело. Поэтому хорошего вам погоды. Что за девушка сзади? Это девушка Азамата. Его просто здесь сейчас нет, он отошел. Экзибатус, вам привет. Ригер точно веселый, классный парень. 3 дня подряд, ну, наверное, многовато заниматься. Если натуралы занимаетесь недавно, 2 раза, 2 через 1 хотя бы занимать. Я сейчас не мерил свои размеры, поэтому я даже не знаю, сколько у меня грудь, там бицепс, трицепс. Скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь, сколько лет я... Все трезвые, но решили потанцевать. Народ отдыхает. Пойдем поближе. Кто-то ждет, кто идет. Как бы жизнь не била. Все. Это все не напрасно было. Как в сказке скрипнула дверь. Вот все мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Нес я где-то за моря, знаю, это была земля. Это где-то была земля. Не напрасно было. Это где-то была земля. Ради этой встречи. Hey!